на скорую руку. Зеленые остатки щавеля, совсем чуть-чуть. Остатки шпината чуть-чуть. Мне зеленая стручковая фасоль, пару штучек добавлю. Сельдерей, лук, порей, шалот, белый лук, чеснок, фенхель добавлю для вкуса, яичко в конце и куриные потроха. В общем, зеленый борщик за 5 минут, ну 15-20 минут, чтобы сварить. Ну и сметану в конце добавлю. Хотела крапивы еще нарвать, но уже нету силы. Устала вчера, шкаф тащила. И сегодня уже не хочу никуда идти, в кино пойду. Как бы так, разгрузочный день, отдых себе устрою. Лук, чеснок и куриные потроха. И я залила все кипятком. Можно бульоном, можно в конце добавить мясо, кто как хочет. И пока варится зелень, сельдерей, фенхель, лаврушка. Я нарезала зеленую стручковую фасоль, немножко добавлю. Картошку сейчас начищу. И зелень, яйцо в конце. И добавлю я картоху. Сегодня он у меня более такой бежевый, потому что зажарка чуть дольше, больше зажарилась, чем обычно. Обычно я более светлое делаю, но сегодня чуть поджарилась сильнее, поэтому более такой бежевый. Провариваю все овощи вместе, картоху. Еще немножко оставлю курицу, потроха, потом все выйму. Щавель, шпинат и лук-порей нарезаю, пока картошка варится. Классические сухие специи. Пару минут еще картошка проварится. Я выйму потроха куриные, фенхель, сельдерей. Повынимаю и добавлю зелень. Все нарезано, готово. В конце сметанка и яичко. Весь овощной гарнитурчик я вынула. Потроха куриные, сельдерей, фенхель и забрасываю зелень. Картошка уже почти сварилась. Немного там зеленой фасоли я добавляла. И теперь я добавляю еще зелень. Пару минут, чтобы зелень проварилась. Сметанка. Яичко можно порубить, а можно целиком поставить и зеленый лучок. Супец уже сварился. Картошка проварилась. Зелень тоже. И можно заправлять ее. Под разным наклоном разный цвет получается. Я добавила сметанку в супчик, но можно в тарелку добавить еще. Одну ложечку, кому хочется. Вот так вот. Также яйцо можно добавить сразу. Часть. А часть выставить сверху для ляпоты. И сметанку так же само. В общем, на ваше усмотрение. Все проварилось. Зелень, картошка, фасоля. Сметаной суп не испортишь. Часть сметанки я вымешала сразу.